Друзья, всем еще раз привет после проскользнувшей грозы. Автополив не случился первый в этом сезоне. Немножко покапало, громко погремело, и на этом все. А я хочу показать вам сирени, которые начинают цветение на участке. Цветение скоротечно, у нас стояла жара. Они так сильно отличаются формой куста. Это у нас президент Пуанкаре. Сирень относится к махровым сортам. Мажентовая группа. Сорт сильно меняет свою окраску. Видите, какой куст ровный, стройный. Растет четко вверх. После прореживания дал нам очень много в этом сезоне поросли. Сейчас подойду поближе, покажу вам цветы. Сорт махровый, но я бы сказала, что он полумахровый. Часть цветов слегка махровые, а часть обычные. Сорт очень красиво расцветает, имеет яркий аромат. Видите, какие темные имеет тона сирень. Но также быстро меняет расцветку в жаркую погоду. Показываю вам поближе. Обесцвечивается и становится довольно невзрачной. Уже видно в кистях, что цветы разной окраски. Сирень мажентовая, махровая. Форма куста идеальная. Высокий, стройный куст. Этому кусту у нас, наверное, уже 7 лет. Этот сорт Алексей Моресьев. По крайней мере, мы приобретали его под этим названием. Сорт замечательный, коренастый, крепкий. Ветви растут близко друг к другу. Стебли, вернее. Немножко искривляются. Выглядит совершенно иначе, чем президент Пуанкаре. Сирень простая, с очень крупными соцветиями, исключительно яркий. Я бы сказала, очень приятный аромат. Вот показываю вам поближе. Сирень тоже резко меняет свою окраску. В течение цветения, особенно в жаркую погоду, но все равно сорт мне очень и очень нравится. У всех сиреней абсолютно различный аромат, но Алексей Моресьев, если это, конечно, он, настолько пышный, соцветия крупные, очень много и кучно цветет эта сирень. У нас на аллее растет этот сорт несколько лет. И вот мы видим, что он не набирает большой высоты. Даже не знаю, но судя по лепесткам, лепестки, видите, поднесу поближе, как пропеллеры закручиваются. Замечательная сирень. После дождя особенно приятно ею любоваться. Отличный сорт. Я вообще люблю сирени. Мне кажется, пионы и сирени – это основные цветы у нас в Сибири. Алексей Моресьев. Красавицу Москвы в начале распуска я вам показывала. Перед грозой в предыдущем видео. Очень нравится мне куст у этой сирени. Посмотрите, как она стройно растет из земли. Саженец, друзья, был польский. Очень маленькая веточка. И зацвел буквально через 3 года. Ну, красавица сирени известна всем и своим ароматом. Изменением цвета,
махровостью, сорт махровый. В начале распуска он такой в розово-фуксиевых тонах, я бы сказала так. А затем становится снежно-белым. Когда сирень расцветет полностью, я сниму для вас куст поближе. Сирень, красавица. Вы посадили себе еще несколько кустов сирени невысокого роста, 2-2,5 метра. Посмотрим, чем это закончится, какие сорта попадут к нам на дачный участок. А вот так выглядит куст сирени сенсация. Мы ее пересаживали трижды, прежде чем не нашли для нее на участке идеальное место. Идеальное место для ее развития. И вот она тут же набрала бутоны. В прошлом году она их засушила, а в этом году вот начинает свое цветение. Тоже снимем ее в полном распуске. Сразу могу сказать, что видите, какие у сенсации вытянутые, разряженные цветы в кистях по сравнению с предыдущими сортами. Но она еще у нас очень молода. Еще один ирис карликовый попался мне на пути. Красивый сорт, самый сильный из карликовых ирисов. Конечно, сорта у меня записаны, друзья, но я уже стала забывать их наизусть, потому что не занимаюсь этими цветами вплотную. И вот по пути хочу показать вам, как развивается лимонник. Мы пребываем в сомнениях, то ли позднее развитие, ведь уже июнь на носу. Посмотрите, стоит лысый с отдельными цветочками. Огромный куст. Ну, настолько аномальная у нас погода, что сомневаться начинаешь буквально во всем. Даже в лимоннике. Ну и еще один цветущий сорт. Посмотрите, всего 3 ствола в течение 7-8 лет. Сирень махровая белая называется мадам Казимир Перье. Есть видео на канале в предыдущие годы. Сорт исключительно красив, с сильным ароматом. Огромные кисти цветочные. Вечер уже не получается показать вам всю красоту этого сорта. Но она имеет небольшой недостаток. В сезон, когда много дождей, кисти у основания начинают ржаветь, потому что кисти очень тяжелые, и цветы расположены плотно друг к другу. Сирень полностью махровая, очень красивая. Высотой 2,5 метра, а выше она так и не выросла. Вот, может быть, удастся поближе показать гроздочку этой сирени. После дождя грозди обычно свешиваются, и сирень принимает плакучую форму. Сколько я ни пыталась ее почеренковать, у меня это не получается, друзья, никак. Черенки не перезимовывают. Ну и раз я мимо иду, посмотрите, мартовская отдыхает. Моя любимая яблоня. Я когда хожу мимо нее, прошу подарить мне хотя бы одно яблоко. Посмотрите, наверное, одно и подарит в этом сезоне. Такой карликовый сорт. Один год очень много, крупные яблоки. А вот я вижу еще цветочки. Возможно, что пару-тройку яблок мы в этом сезоне увидим. Пионы начинают развиваться. Дюшес де Немур. Сделаю для вас видео. Найду время рассказать немножко о гибридах в Сибири.
Ну вот такая небольшая цветочная полянка. Обычные незабудки. И цветут ранние сорта купальниц. Названий точных не знаю. Ярко-оранжевая, ярко-желтая. И вот так выглядит летний сорт купальницы «Алабастер». Друзья, кто-то спрашивал, как пахнет президент Пуанкаре. Я перенюхала все сирени сейчас. В начале распуска, после первой грозы, они пахнут все идеально. Я не могу описать аромат. Мне нравится запах всех четырех сортов. Мне кажется, что президент Пуанкаре имеет какой-то такой аромат духов. Старых, что ли, старинных, можно так выразиться. Я не могу сказать, какая из сиреней пахнет лучше. Для меня это затруднительно. Еще раз для вас Алексей Моресьев. Красавица Москвы. Понюхала еще раз, не смогу описать аромат. Президент Пуанкаре в начале распуска. Крупным планом. И мадам Казимир Перье в теневом уголке. Сложно ее рассмотреть. Все сирени пахнут замечательно. После грозы очень сильно. На участке стоит аромат. Всем, друзья, хорошего настроения и до новых встреч. Но это незабудки. Надеюсь, вы помните такие простейшие лесные цветы.